Владимир Александрович, очень непростой, неоднозначный матч. Давайте начнем с комментария. Ну, я считаю, что мы провели хороший матч, да, вроде как все сделали, только не забили. Единственное, что вот не забили. В первом тайме «Динамо» владело небольшим преимуществом, во втором получилось наоборот. Это вопрос психологический, да, настроен на игру, или все-таки какие-то именно коррективы были внесены в перерыве? Да нет, мы, в общем-то, играли в ту же игру, что и в первом тайме, просто первый тайм не получился в начале игры. Немножко как-то подрастирались, вышли, ребята немножко... Не знаю даже, как это назвать, но начало было чуть смазанное. Потом, в общем-то, игру наладили, и уже концовка первого тайма, в общем, уже удалась. Второй тайм, я скажу, что играли неплохо, да, создали моменты, были подходы хорошие, но не забили. Вот до перерыва большое количество браков в простых передачах, в простых ситуациях. С чем свяжется? Да я ни с чем это не связываю. Это наш бич просто. И это не только в этой игре. В общем-то, во всех играх у нас много брака, которые вообще не обязательны просто. Сегодня забить на самом деле все-таки удалось, просто из вне игры. Ну, два было таких спорных момента. Насколько сейчас вы готовы их оценить? Есть ли какие-то, в принципе, претензии к судейству? Нет, к судейству, в общем-то, главному судье вообще никаких претензий. Хорошо отработал. Да, боковые где-то, может быть, или я не увидел, или они, может, пропустили. Ну, эмоции, знаете, в игре. А так, в общем-то, отсудили нормально. И то, что у нас моменты были, то, что мы забили, я думаю, что все-таки был, наверное, вне игры. Трудно мне сейчас сказать, надо посмотреть, но по ходу так, точнее, после просмотра скажу. А во втором тайме там был эпизод, когда вы общались достаточно долго с главным судьей, если не секрет, о чем? Ну, это эмоции, знаете. Тут момент перед нами прямо, мы посчитали, что он нарушил правила, судья в ответку не нарушил. Ну, знаете, это чисто эмоции, здесь ничего такого не было. В концовке у нас фактически три центральных защитника играли три у нападающих. Рассчитывали, что вот в таких условиях удастся додавить массой? Ну, в общем-то, да, мы сознательно поставили двух вперед, так как они сели к воротам и хотели их чуть-чуть продавить, но не получилось. Но самоотдача ребят и тем, как они вот в целом действовали, вы довольны сегодня? Игра удалась, самоотдача доволен. И как они действовали, хорошо, доволен. Да, много брака было, это мы подметили. И то, что начало матча не удалось только. Ну и нельзя не сказать о сопернике. У «Динамо» пока потрясающий результат. 10-я победа при одной ничьей без поражений. Вот по сегодняшней игре вы можете сказать, за счет чего «Динамо» удался такой феноменальный старт молодежного первенства? Ну, я не могу, как это, надо у них спрашивать, за счет чего у них удался такой феноменальный старт. Ну, мобильная команда, играющая, что бьется, а молодые должны биться, должны прогрессировать. Ну, вы можете сказать, что это самый сильный соперник, вот с кем мы сыграли на сегодняшний день в турнире молодежи? Ну, наверное, да. Наверное, «Динамо» и ЦСКА, в общем-то, на данный момент, с кем мы играли, наверное, да, они повыше стоят особняком.